Доброе, доброе утречко, доброе утречко. А где у нас бусенок на подушечке, да? Скажи, мамка, зачем ты рассказала все? Скажи, они же пришли, эти маленькие демонята, сейчас будут мне мешать спать. Скажи, я тут так хорошо лежал один. А ты пришла со своими маленькими бабайками, да? Иди, бусенку, не нравится столько внимания, да. А это малышня, конечно, он большой, мягкий, да, и не кусается, а только ворчит. Да, он только может поворчать, говорит, отстаньте от меня, я пожилой человек. Да, вот так вот можно сделать, вот так вот, это максимум. Да, а вы его и рады доставать, да? Да, вот так вот. Скажи, будь я сейчас как напугаю всех, всех напугаю. Так, а тетя кто? Маленький, колесенький. Доброе утро тоже пришла сказать. Ай, все, все. Мать, скажи, села на полу, можно мамку доставать. Ну все, Буся, видишь? Тебе счастье, да. Укладывайся, укладывайся. Лялька к тебе не пристает. Ты мой колесенький такой ребенок. Блин, бусенок. А ты что тут лопаешь с утра пораньше? Ой, вкусняшку она нашла. В каком-то тайном запасе было, да? Ай, ты лялька, такая ты лялька. Только морденькая звездочка маленькая. Шейхуня, ты трон занял? Ты Фиюшкин трон занял, да? Ты что, обычно наша фейка. Ой, Милуся пришла, только хотела сказать. А Милуся с Фигусей еще спят. И вот раз, и Милуська сзади подошла. Да, глазки, вон, видно, еще сонные. Но она всем вам желает доброго-доброго утречка, хорошего понедельника, хорошего начала недельки. И чтобы все запланированные дела удались легко, просто и замечательно. А мы вам желаем всего хорошего и до новых-новых встреч, наши дорогие.